Нормально, сборная, пацаны. Ваши аплодисменты. Ну, а прежде чем перейти к еще одной значимой церемонии торжественной, давайте поприветствуем команду болельщиков. Ребята, проходите сюда, отстояние, стройтесь перед началом поединка. Теперь мы переходим уже к конкурсам. Четыре человека, которые постараются в маленькие ворота попасть. Так, Брэйв, я попрошу. Артём Ниязов. Один ноль, думаю, засчитает. Вот, отлично, один на один счет становится. А Георгий Замтарадзе. Промах. Михаил Трофимов. Он-то должен забить. Наш постоянный болельщик. Кстати, человек из Владимира приехал. Поаплодируйте, из Владимира приехал в Климас ради этого события. Ай-яй-яй-яй, наверное, все силы в пути остались, в дороге. И команда болельщиков побеждает. 1-0, запомнили. Шакиров, и через себя все победы. 1-0. И Сиплета от Арсера Багирова. Владислав Мерлушкин такие забивает в официальных матчах. Ай-яй-яй. Как же так, целую тройку, всю четверку обыграл Арсен Багиров. Человек в форме КПРФ уже готов к тренировочному процессу.